Народ, всем привет. Значит, сегодня вырвался на рыбалку, на вечерний клев. Значит, сейчас покажу. Собственно, вообще, как бы, суть не в рыбалке, а суть вот в этой насадке. Это сейчас очень известная, популярная насадка, ходит по интернету, по рыбалке. Это сало с чесноком. Вот я решил проверить у себя на водоеме эту насадку. И сейчас мы, значит, это обычное сало и вон кусочки чеснока. Вот, подсмотрел я эту всю идейку. Это Саша Иванов, канал «Живу на земле». Спасибо большое. И сейчас мы здесь, я у себя ее попробую протестировать. И также пенопластовые шарики, также замоченные в чесночке. По прикормочке, значит, обычная пшенная каша. И добавим немножко магазинной прикормочки. Вот так вот. Это все вымешиваем. Так, кашка готова. Теперь давайте по снастям. Значит, снасти также подобие тверской кормушки. Это самоделка, я делал такую вот, переделывал с арбузика обычного. Вот она. Вот также два поводочка на 0,23 плетеночки, длина где-то 3-4 сантиметра. Это первая снасть, это будет более тяжелая, порядка 50 грамм. Второй спиннинг у нас — это стандартный арбуз, ну также монтаж такой же, как и на тверской кормушке. Два поводочка по 4 сантиметра. Вот, и сейчас забиваем. И, значит, давайте сделаем так. На арбузик я поставлю просто пенопласт с чесноком, а на следующий спин, на кормушку, на тверскую, да, поставим сало с чесноком и посмотрим, как оно будет у нас на водоеме вот на таком работать. Так, давайте. Значит, что делаем? Сейчас забиваем кормушечки, наживляемся, я покажу, и делаем пару забросов, посмотрим, что у нас будет. Поехали. Так, и сюда одеваем. На оба крючка одеваем нашу наживочку. Вот такое вот сальцо. Попробуем сейчас. По одному маленькому кусочку. Так, проверим сейчас, что у нас будет говорить по поводу сала с чесноком. Проверим. Так, ну вот, в принципе, и готово. Так, и вторую заряжаем просто с пенопластом. Так, кашка наша заряжена. Теперь берем баночку с пенопластом. И берем совершенно небольшие шарики. Один.
И возьмем еще один. Вот такой. Ну вот и все, в принципе. Значит, здесь у нас будет просто два шарика пенопласта. С той стороны у нас будет сало с чесноком. Итак, поехали. Попробуем. Итак, друзья, значит, прошло 20 минут. В принципе, одно шевеление было на сало. Что-то там поклевало и затихло. Но пока тишина, как бы будем ждать. Посмотрим, может, что-то попозже будет. Солнышко начало немножко садиться. Может, ближе к темноте начнет и проклевывать. Посмотрим, значит, что будет интересно, я включусь обязательно. Так, друзья, у нас первая поклевочка. Первая поклевочка. Вот такой подлещик. Вот взял пенопластик у нас. Вот такой пенопластик очень маленького размера. В чесноке, которым я замачивал, вот он сработал. Так. Наживляемся опять. Пока рыбка подошла, наживляемся. Опять же одеваем наш пенопласт. Обычный белый пенопласт, замоченный в чесноке. Друзья, не поверите, такой вот манюсенький шарик, вот видно, да? И берет неплохой подлещ. Скорее всего, аромат чеснока сейчас его и приманил сюда. Вот наша кашка. Так, забили наш арбузик. Все, отправляем. Друзья, поклевка настала.
Друзья, вот он. Вот вам и сало. Вот такая вот плотва на сало. Вот видно, да? За нижнюю губу. Вот такая плотвичка на сало, друзья. Так, друзья, значит, прошло минут 40 времени, как я забросил. Значит, что могу сказать? На сало, да, поклевок больше. Вот, сейчас уже-то трогать его. Но, скажем так, на пенопласт тоже поклевка. Значит, я вытащил одного подлещика и на сало одну плотву. Поклевок было... Здесь 3 поклевки было на этом спиннинге, здесь поклевок 5. Но пока я там камеру, пока то, я, в общем, как бы не успевал ни заснять, ни вытащить рыбу. Короче говоря, такая вот получилась кухня. Да, сало немножко как бы выигрывает в плане того по поклевкам. Но поклевки такие, как бы не очень, скорее всего, не очень крупная рыба. Ну, продолжаем, рыбачим, наблюдаем. Так, друзья, вот и подошла, в принципе, рыбалка к завершению. Значит, вот такие пойманы не густо, но не густо. 4 штучки. Сейчас скажу по снастям. О, как раз у нас поклевочка на сало. Вот, думали собираться. Вот была поклевочка на сало. Какая-то мелочь. Постоянно мелочь бивает вроде как. Значит, по снастям. Значит, здесь я рыбачил на пенопласт в чесноке, беленький обычный. Здесь у нас стоит сало. Значит, на сало поклевок больше, но эффективнее сработало почему-то вот на пенопласт с чесноком. Так, сало в принципе работает, на него мы тоже вытянули сегодня. Ну и работало пенопласт. Вот на этом пенопласт маленький с чесноком. Вот так, друзья, кому было вот интересно, палец вверх. Пока, до новых встреч.